5 щенков ждут своих новых хозяев. Бездомная собака родила их на стройке. Пока малышей приютили охранники, которые беспокоятся о дальнейшей судьбе щенков. Наверное, кто-то, может быть, выбросил, может быть, откуда-то убежала. Вот она пришла. Мы сначала не знали, что это мамка. Мы думали, что это просто мальчик у нас здесь бегает. Но потом щенков гостья начала выводить. Для Ирины это было неожиданностью. Она щенков сама перенесла в самодельную будку. Всех здесь их называют просто малышами. Надеются, что скоро каждый обретет своего хозяина. И уже тогда дружелюбные щенки получат свое имя, а еще заботу и любовь. Месяц, неделя, может быть, полтора. Мы же не знаем, когда она щенилась. Мы просто уже увидели, вот они уже вот большие. Ну вот. То, что уже едят они, все, они уже едят. Потому что мы же ставим чашку, вот они уже едят сами. Вот она с ними не хочет. Она, видно, их покормит как-то, может, один раз в день, а и убегает. Ну, кусается же уже, уже большие же кусаются. Маму приняли решение стерилизовать, возможно, найдется и ей хозяин. Эта собака вполне может подойти для охраны и стать верным другом. Щенков берчане уже начали разбирать. Если и вы ищете верного друга, звоните по телефону 8 913 899 70 76.